سلام علیکم دوستانی عزیز. امی شما من دستگیری میکنید که برای شما یه جرانچو میگیرم که نگاه کنید چه خیلی فرکوش دار میگیره. سویتا موزیکا چرقوشا دوی دو دیزل جران با گاب نیست دیا سب سفید همه جوش اوریجینال پولنی بیسکلیچوی دوستو تماشا کنید. سالون چو با گاب یوک состояние фул. Люк яхта дорад. Подожди, дорогой, не твое время. О. Kia Carnival. В очень хорошем состоянии. Смотрите, какие прекрасные, хорошие сиденья с двумя люками. Один люк, второй. Оригинальные коврики, не на всех есть. Автоматически закрывается. 19-дюймовый диск. Поднимается потихоньку. Вот вам задний. Поднимаем четвертый ряд сидений. Пожалуйста, вот он, четвертый ряд. Обычно они новенькие, чистенькие, новенькие. Можно его складывать обратно. Камера задний вид. Автоматически закрывается. Вообще супер. С этой стороны кожаные сиденья, они такие совсем суперовские. Короче, здесь смотрим, обогрев сиденья в трех положений, обогрев сиденья в трех положений, 220 вольт. Вот видите, розетка на 220, это для телефона зарядка. Все остальное нажимаем кнопку. Закрывается машина. Пожалуйста. То же самое здесь. Чисто 19-й год. Машина по документам 20-й. Лекин по бирке 19-й. Память сиденья здесь. Вон, сидишь, прямо кайфуешь. Память сиденья тут есть. Полный электропакет. Что я вам скажу? Хорошо, эти стеклоподъемники все. Зеркала складываются оба. Мультируль. Руль тоже в хорошем состоянии. Трех положений климат-контроль. Вот он, раз. Видите, там шум. Там дует печка. А здесь, вот, раз. Отлично, все прям красиво, никаких царапин, ничего нету, вот видите, царапин вообще. Обогрев сидений, охлаждений, обогрев рулей, что с этой стороны, что с другой стороны, здесь эко-меко здесь есть. Два комплекта ключей, вот вам, пожалуйста, два комплекта ключей. Зарядка для устройств телефон, вот захотели, телефон положили, туда он. Даже могу попробовать. Время, что телефон положили, она тут заряжается. Видите, кнопка загорелась и заряжается. Все отлично. Машина для семьи. 129 тысяч пробег. Дорогие друзья, Kia Carnival. Чисто 19-й год по бирке, но в продаже она была в 20-м году. Данная машина здесь вот на корейском рынке стоит 16 500 долларов. То есть таких цен я еще не видел. Лично сам продавал, но были дороже. И годом были немножко старше. А это свежий, 20-й год, ну по бирке 19-й. Тут практически все комплектации.
То есть все, что должно было быть здесь, все оно есть. Два комплекта ключей, память сидений, обогрев сидений, вентиляция сидений, климат-контроль в трех зонах, электрические двери. Ну все, все же здесь есть. Датчик полосы, это все есть тут. Цена 16 500 долларов. Растаможка на этой машине 2,2 дизель. Растаможка на этой машине где-то в районе 800 тысяч. Что Палисад, что Санта-Фе, что вот Карнивал, они практически то есть одной ценой. Плюс-минус там будет, может, 30, 20, 30 тысяч. Плюс-минус, ну, а цена практически одинакова. Очень хороший салон. Вот люк, что один, что второй, оба работает. Оба закрываются без проблем. Машина для семьи. Хотите ключи? Вот вам ключи. Ставьте лайк, подписывайтесь. Я чем смогу, помогу. Машина сейчас находится здесь. Доставка до Владивостока занимает около 7 дней. 5-6 дней она будет во Владивостоке. Растаможку тоже постараюсь сделать побыстрее. Как можно быстрее. Ну, это видите, USB, AUX, все как положено. Чарамба бородро габ нейс. Амхим меджики шаску гасанку. Меджики дига йовони. Йовони! Шерин айна бой автореге джарал ранге худуд гирфтам. Бородро азиз. Хаматун дойм улим гирфте гитану ки. Хаме портроя бин. Портроя бин. Порамджа. Солошон кухна. Двозда, сенза, намихил. Йоки гибрид. Портри гибрид. Бурда намишавадна. Двозда хум солош махсад. Намишавад бурда. И солошон кухна ки аз. Бардаро чико мукнин? Мепрусин амиджа. Мепрусин ке ам бин портер чансун. Не слушам кухна. Машина таза, свежи. Растаможка не нужна. Не худо не габони хале катон бошар. Ман дар хизмети шумо. Чи оша? Сурата коша мегирам. Тамам дар канал мепартам. Телеграм ба чи дар телеграм чи дар ютуб. Тамошо кунин. Сой бикунин машина. Худо не габони хале катон бошар. Сейто саламат бошар.